хуситы заявили об атаке на коммерческое судно и несколько эсминцев ВМС США в Красном море и Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сария. Военно-морские силы Йемена осуществили две качественные военные операции, в ходе которых нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе, а также атаковали несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников, сказал Сария в эфире принадлежащего хуситам телеканала Аль-Масира. А чуть ранее в CENTCOM сообщили, что американские военные и их союзники в период с 4.00 до 6.30 по времени Саны провели крупномасштабную атаку БПЛА в Красном море и Аденском заливе, в результате которой сбили 15 беспилотных летательных аппаратов, признанных в США террористической группировки мятежников-хуситов Ансар-Аллах. По данным CENTCOM, беспилотники представляли непосредственную угрозу коммерческим судам, ВМС США и кораблям коалиции в регионе.